по совокупности преступлений назначите Роману Николаю Васильевичу окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Это дело является церковным спором, оно является результатом внутрицерковного раскола, в который, собственно, по нашему мнению, вмешались правоохранительные органы. Что еще можно сказать? Вот все равно, конечно, будем обжаловать и дальше до Конституционного суда дойдем, потому что иначе любые слова священника, которые он говорит на проповеди, они основываются прежде всего, ну, в большей степени на Святом Писании, которое написано на церковнославянском языке, можно привлечь к ответственности за экстремизм.